Всем привет! С вами снова Арис Channel. Это свежий выпуск Легенд Пустоши под литерой 5.2, посвященный ремонту. Как и мой канал, проект Crossout не стоит на месте, и буквально на днях вышло свежее обновление 0.2.12. В данном обновлении разработчики тестируют новую систему ремонта в игре. Как они заявляют, обновленная система ремонта призвана повысить удобство для игрока, что достаточно сомнительно, по крайней мере пока. Теперь для ремонта деталей необходимы запчасти, а запчасти можно добывать при разборке деталей. Актуальность такой замороченной системы ремонта лично у меня вызывает большие сомнения. Давайте я вам попробую объяснить простым языком, что же произошло на самом деле. К примеру, берем обычную белую деталь и разбираем ее. Вы получаете белые запчасти. Если разобрать синюю деталь, то вы получите синие запчасти. Соответственно, белыми запчастями вы можете ремонтировать белые детали, а синими только синие. Вот такая вот фишка. О чем нужно еще помнить? Что число извлекаемых из деталей запчастей не зависит от остаточной прочности деталей. А также запчасти могут торговаться на рынке. Доживет ли это нововведение к релизу игры? Вопрос открытый. В настоящее время многие игроки выглядят растерянно и находятся немного в шоке, так как подобные эксперименты лихо отражаются на и так непростой ситуации с экономикой в игре. Цены поползли вверх. Так что использование топ-улучшений далеко не каждому теперь по карману. Буду держать вас в курсе событий. С вами был Арис Channel. До встречи в бою!